тобою не был. Добрый вечер, друзья! В лужах разлетается. С вами Ольга из Варны. Субботний вечер. И я хочу вас пригласить пройтись со мной по одной из центральных улиц, ведущих к морю, и посмотреть, что здесь происходит в субботу вечером. В разгар сезона. Итак, я переключаюсь на показ. Что такое любовь? Это дар. Я приглашаю вас пройтись со мной по улице, ведущей к морю, к морскому саду Варны, и посмотреть, что у нас здесь интересного. Сначала мы слушаем русского. Так. Итак, смотрите, Яков, привет. Начинаем мы с того, что слушаем прекрасного певца. Ольга, добрый вечер, Жанна, Россия. Я так понимаю, он здесь гастролирует на свободных началах. Парни, вот так все запросто. Можно выступать, можно собирать денежки. Но бежим мы с вами в направлении, где начинается торжественное шествие. Сегодня заканчивается международный фестиваль фольклорный. И здесь собираются артисты, которые приехали из очень многих стран мира. Смотрите, Коста-Рика, Венгрия. Сейчас все буду показывать. Сейчас начнется торжественное шествие к летнему театру, который находится в Морском саду. И там под открытым небом состоится гала-концерт. Ставьте лайки, дорогие мои, приветствуйте. Я буду записывать. Вот, пожалуйста, Ирландия. Вы видите? Совершенно спокойно здесь присутствуют абсолютно все национальности. Слышно прекрасно. Видно ли вам? Люди, которые, по-нашему, имеют ограниченные возможности, они не имеют их. И посмотри, о, Россия, я так счастлива, несколько лет не было России. Подходим к нам, подходим и показываем, я очень рада, что мы видим здесь Россию. Ну, про выступление нашего ансамбля «Калинка» на гала-концерте фестиваля и о том, как мы познакомились с руководительницей ансамбля Ольгой Хохловой и о чем мы с ней поговорили, это будет отдельное видео, смотрите его на нашем канале. Молодцы, ребят, будем за вас болеть. Это у нас Турция. Что у нас там? Грузия? Ну-ка я сейчас посмотрю. Болгары просто обожают национальные культуры всех стран. Excuse me, where are you from? Georgia. Так и знала, Грузия. Замечательно. Зрители очень тепло воспринимают выступление. Очень любят танцы грузинские. Спасибо вам. А вот там Словакия. И Словакия. Смотрите. Так, Борис. Америка к нам присоединяется. Юлия, добрый вечер. Это очень интересно. Вообще необыкновенно. Просто все идут выступления. И про гала-концерт. Ой. Ой, какая у них штучка мощная. Вот, и вы видели? Абсолютно, они все с собой, между собой дружат. И что-то пошли, уже пошли. Так, побежали. Побежали за ними. И, между прочим, мы с вами бежим по территории, где проходит еще и книжный фестиваль. Ой, это я к России присоединилась. Книжный фестиваль. И очень интересно это все. Все собрано здесь, вот на таком пятачке. Так, сейчас я развернусь. Россия у нас прошла, остановилась. Колумбия пошла. Будем смотреть, кто идет дальше. Так, Россия догоняет. Вот Ирландия. Ирландия. Интересно, они выбрали вариант. Не совсем национальные костюмы. Привет. Привет, привет, привет. Молодцы.
рыженькие. Ты рыженький. Вы видите? Хорошо видите? Так, Светлана Горюнова. Добрый вечер. Елена, привет. Так, напишите, пожалуйста, вам хоть интересно... Ой, пропустили. А, это все Ирландия. Вот видите, в инвалидных колясочках люди спокойно перемещаются, выступают на фестивалях. Так, Словакия. Словакия. А мы будем и так показывать, и так, и бежать. Привет, Словака. Мне нравятся национальные славянские танцы. Словакские танцы. Так. И вот еще пример. Все совершенно спокойно. Так, Грузия пошла. Совершенно очень в Арне и вообще в Болгарии. Все практически приспособлено для свободного перемещения людей, которых у нас называют с ограниченными возможностями. Может быть, эти ограниченные возможности создают общество? Вот, интересно. Ой, какие маленькие грузинчики. Вот такая прелесть. Помаши. Хай-хай-хай. Они, наверное, уже по-русски не понимают. Так, мне очень хотелось бы увидеть здесь Артура на этом эфире. Так, Сербия. Сербия. Привет от России. Какие красивые девочки. И мальчики тоже. Мальчики нас не очень интересуют. Привет. Так. Кажется, все. Теперь мы побежим. Hello, hello. Всем hello. Теперь мы быстренько пойдем за нашими артистами для того, чтобы полюбоваться их выступлением. Посмотрите, какие шикарные костюмы. А это похоже вообще на русский вариант халифе. Так. А где ваши лайки? Ирина, привет. Идем на гала-концерт вместе с сербами. Так, проходим мы, это я говорю для тех, кто смотрит меня из России, проходим мы по улице, которая ведет к Морскому парку. Здесь идет книжный фестиваль. Участники фестиваля идут, у них свои мероприятия, они приветствуют этот фестиваль. Видите, все... Все просто замечательно. Посмотрите. А здесь туристы из разных-разных стран. И вот чем мне нравится Болгария. Я говорю, что здесь вообще с большим удовольствием все дружатся, все общаются между собой. Нет никаких ограничений, разграничений ни по национальностям, ни по религиям, ни по культурам. Если вы идете за открытой душой, за открытым сердцем, и вас встречают абсолютно так же. Причем люди из разных-разных стран. Сейчас мы обгоняем по другой стороне дороги. Грузины там играют свою национальную музыку. Поэтому я сейчас бегу для того, чтобы вам это показать. Конечно, все собрались на это зрелище. Так, так, так. Вот молодцы грузины, создают хорошее настроение уже по дороге. Видите, как аплодируют люди. Так, сейчас пойдем к бреду грузин. Колоритный мужчина. Хочется встать на носочки. Себя умудряются снимать.
Эх, где ж ты, друг мой Артур? Полюбовался бы на своих ребят. Андрей, приветствую вас. Ух ты ж, а я думала, зачем они несут так? Они тоже на их ходу и играют и поют. Так, мы достигли центрального входа в морской парк. И здесь, видимо, и догнали заодно своих русских. Что-то я Украины не вижу в этом году. Они всегда очень активно участвуют. Привет! Так. И уличные музыканты, они тоже радостно включают свою добавку в этот прекрасный, прекрасный совершенно карнавал. Да. Я еще и справки по дороге успеваю давать. Так. Подходим к морскому казино. Вот там море. Видите, какое красивое получается шествие. Ну и, конечно, впереди болгары. Вот там болгарский флаг развивается, если вам видно. Как хозяева. И сейчас мы с вами пройдем по территории еще одного фестиваля. Фестиваля народного ремесла, народного творчества. Так что здесь это вот морское казино, где проходит тоже очень много интересных мероприятий. Латиноамериканские красавицы. Привет! Колумбия? Коста-Рика! Hola, Costa Rica. Good. И Болгария. О, и все идут в летний театр. Это бабулечки, которые у нас гуляют. А вы с какого града? Варна. Варна? Это ансамбль Варна? Да. Ансамбль Одессус? Замечательно. Я знаю, что есть такое и Варна, да? Называется? Да. Коллектив? Нет. Има-има. Има Варна. Град Варна. Я поняла. Да. Есть еще коллектив Варна от град Варна. Да, такая я знаю, почему. Вот мы зашли на фестиваль, где по занятиям. Так, как бы у меня тут детей не. Александр, здравствуйте, добрый вечер. Татьяна Соловьева. Сейчас мы вместе с участниками гала-концерта Международного фестиваля народного танца спешим на... Так, на сцену летнего театра, где будут проходить заключительный вот этот гала-концерт, этот великолепный праздник. Вот, и я на этом закончу свой прямой эфир. Дальше вы можете смотреть уже видео. Здрасте! Здравствуйте! Здравствуйте! Приветствуем русских зрителей и всех других. Потом на Ютубе поставлю по всему миру. Надеемся, что вы очень красиво нам спляшете. Сыграете! Да.
Так, все, дорогие мои, пока, значит, я эфир закрываю, и видео о выступлениях смотрите уже на нашем YouTube-канале. Ссылочку поставим. Вот, там очень много интересного о жизни, не только в Болгарии. Вот я все время говорю о том, что здесь, в Болгарии, происходят совершенно потрясающие встречи, и я здесь знакомлюсь с культурой всего мира, что может быть удивительно для многих, но это действительно так. Так что оставайтесь со мной и путешествуйте по Болгарии в прямых эфирах, и смотрите здесь много чего интересного. Ну и, конечно, заходите на наш YouTube-канал, где тоже много чего интересного можете увидеть о совершенно неизвестной вам Болгарии и вообще человеческой культуре в целом. Всем пока, спасибо за эфир, жду ваших лайков, комментариев. И делитесь эфиром